Всем привет, ребята! Вы смотрите спецвыпуск на канале Кузи. В последнее время с нашим домом стали происходить ужасные вещи. Я установил камеры наблюдения по периметру всего дома, чтобы узнать, кто же к нам приходит в гости, когда мы этого не видим, и чем вообще могут закончиться подобные визиты. Итак, вот наш пункт наблюдения. Весь двор виден как на ладони. Даже мышь не прошмыгнет. Что? Огромный валун вырос посреди двора, еще один. И дырка в земле. У нас что, землетрясение происходит? Но почему тогда меня не трясет? Ребята, мои самые худшие подозрения оправдались. Наш дом стал местом паранормальных явлений. И теперь он как магнит притягивает разных монстров. Друзья, открывайте глаза пошире и давайте смотреть, что же еще удалось заснять нашим скрытым камерам. Вот возле игровой площадки появилось странное свечение. Что? Да это же Фредди из игры FNAF! Ну что он тут делает? Он направляется к дому, он идет к нам. Исчез. Где же он? Капец, ребят, вы там живы? Ой, вот и в саду что-то происходит. И это... Хаги-Ваги? Осматривается. Что же он задумал? Смотри, что-то увидел там. Поднимает. Что он там нашел? Ой-ой-ой, все камеры фиксируют какие-то паранормальные явления. Я уже просто сам не успеваю везде смотреть. Надо, наверное, Бузю звать на подмогу. Ребята, вы как думаете, с чем это все может быть связано? Пишите свои теории в комментариях под этим видео. Ну а мы наблюдаем дальше. Так, Хаги-Вагич и Фредди на месте. Ой, кто это там? Если что, я смотрел мультик «Панда Кунг-Фу» 10 раз. Я знаю все приемы. Кусь, ты с ума спятил? Ты свинка Фу, а не панда Кунг-Фу. Что делаешь? А, Буська, это ты? Я уже испугался. Да я вижу. О, ты мультики смотришь про картун Дога? Бузя, это не мультик, это скрытая камера. В смысле? Это что, наш двор? Ага. Где оно? Смотри, смотри, а к парадному сиреноголовый ползет. Он что, нас видит? Да нет, это же камера скрытая. А как будто видит. Кусь, скажи, что это все пранк. Ребят, Кузя меня разводит, да? Подставлял тут картинки и пугает меня. Да век узюма не видать. Глянь, кто там пошел. О, это ж Фредди. Он мой друг. Ага, это он в игре тебе друг. Видишь, он ушел по своим делам. Все. Так, мне срочно надо связаться с нашим нештатным корреспондентом. С кем это? С Рыжулькиным, он же там на улице все видит. Рыжулькин, выходи на связь. Мяу. Привет, Бузязя, что стряслось? Ну-ка, осмотри территорию, но будь осторожен. Понял, принял. Пока что все тихо. Солнышко светит, ветерок дует. Скоро весна. Фух, ну хорошо. Ой, свинки, я кое-что вижу. Что там? По-моему, это сиреноголовый. И он выламывает дверь ногой. Кузя, это все на самом деле происходит. Бррр. Что же нам делать? Ну, во-первых, успокоиться и попросить ребят подписаться. Да, друзья, подписывайтесь. А во-вторых? А во-вторых, не знаю. Рыжулькин, как обстановка там? Мяу. Я пока ничего не вижу. Ой, да это же Хаги-Ваги. Такой большой. И что же он делает? Похоже, танцует. Ой-ой-ой, собака! Не люблю собак! Кузя, да что же ты такое делается в мире, а? Жесть просто! Монстры устроили у нас какую-то встречу выпускников во дворе! Что будем делать? Не знаю, посмотри, как их много! Что им могут сделать две беззащитные свинки и кот? Мяу, кот! Кто звал кота? Мальчики и девочки, ставьте лайк! Иначе! Посмотрите предыдущий выпуск! Зацени, они нас еще и передразнивают!
дают. Бузя, что же нам делать? Ничего, Кусь, что-нибудь придумаем. Пока, ребят. Чомки-бомки.